Раньше биометрические параметры для заграничного паспорта, проще говоря, отпечатки пальцев, можно было снять только в управлении по вопросам миграции УМВД. Теперь оформить биозагранпаспорт нового образца можно и в МФЦ «Мои документы» на Лежневской, 55. Что касается стоимости услуги, для взрослых граждан она составляет 5000 рублей, для детей 2500. Детей. Но я хотелось бы отметить, что если гражданин подает заявку на получение загранпаспорта через сайт госуслуг, то эта стоимость значительно снижается, и для взрослого гражданина составляет 3500 рублей, ну и, соответственно, для ребенка в два раза меньше. В помещении МФЦ установлены 2 мобильных комплекса для фотографирования и снятия биометрических данных. На этапе пробы специалисты МВД работают 2 раза в неделю. Стоимость такого оборудования обошлась в 1 миллион рублей. Данная услуга обязательно в МФЦ, предоставление МФЦ. Вот. На данный момент в нашем МФЦ проходит порядка 500, а то и 700 человек в день. И ожидается, что эта услуга будет также востребована. На сегодняшний день график работы, график оказания этой услуги составляет 2 дня в неделю, среда и пятница с 14 до 16. В случае того, если будет она наполнен трафик, то мы рассмотрим вариант его изменения в большую сторону, в больше часов. Биометрический паспорт изготавливают на предприятиях госзнака. Документ оснащен современными степенями защиты. Обладает более полной информацией о владельце и действителен сроком на 10 лет. Дополнительный пункт оформления позволит уменьшить очередь на подачу документов и повысит доступность услуги. Власти обещали посмотреть, востребован ли комплекс в МФЦ, и тогда уже решить, закупать ли аналогичные в другие многофункциональные центры. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.